Привет, с вами ваша Сильва Бутерфляй. Показываю сегодня портрет дня. Вот такой вот парфюм. Это Funny Rose от Luciano Soprani. Luciano Soprani — это итальянская фирма, и у него есть очень неплохие парфюмы. У меня несколько от Luciano Soprani. Вот этот Funny Rose, кстати, мне нравится тем, что действительно смешная роза. Когда хочется добавить настроение, сейчас у меня его, кстати, нету, я решила его подбавить. И, может быть, даже немножко помогает. Ну все, я побежала. Пока-пока. Да, дополнение. Еще хотела вам показать парфюм I Love You. Вот такой вот. От компании Molinex. Нет, это Molinex, да, кварц. И этот парфюм такой а-ля начало 2000-х. Интересный. Пойдет на Валентин, такой для подростков. Ну, посмотрите. Такая вот крышечка. Сегодня я еще вам покажу кое-что, от чего я хочу избавиться. Например, вот такие вот туфельки, которые я одела ровно один раз, а потом нога у меня изменила размер, и все. Так сказать, можно сказать, новые туфли, не ношенные нисколечки. Но они никому из моих подруг не подойдут, потому что они тут размер 6. Шестой или 6,5. Вот такие. Компания Nine West. И так, подождите, это у меня компания Nine West? Да. Вторая, значит, такая же оказия. Вот эти туфли, они мне, в принципе, еще как раз. Они замшевые, тоже шикарные. Это тоже компания Nine West, но написано Vintage Collection. Такие ботинки, боты. И, к сожалению, тоже слишком высокий каблук. Я только могу до машины и обратно. Но не так это часто делается, поэтому, наверное, я отдам. Привет всем, с вами ваша Сильва Бутерфляй. Сегодня показываю блузку дня. Я бегу ровно через одну минуту мне выходить, поэтому, извините, клип будет коротенечко. Парфюм дня у меня будет такой. Сейчас сначала покажу, как он выглядит. Опс. Сниму вот эту крышечку. Лилию и нанесу. Почему я его использую? Потому что сейчас 20 градусов мороза. Нет, 12, но чувствуется типа 20. Хотя для меня это не очень так уж холодно. Так вот, ближе к парфюму. Парфюм Dior. Убойная сила лилии или еще каких-то охапки цветов летних, что не помешает зимой для поднятия хорошего настроения. Он держится очень долго. Это, как говорится, привет из 90-х. Ненавижу эту фразу, но решила подцепить. Вот. Прошу любить и жаловать. Я не знаю, по-моему, он уже снят с производства и трудно найти, но вот у меня, как живой, пахнет изумительно, потому что постоянно стоит в темноте. Ну все, пока. Вот еще отдаю в хорошие руки вот такие вот шикарные Franco Sarto туфельки. Абсолютно одинаковые, одни красные, другие черные.